Ну так, здравствуйте, кого еще не видел. Добрый день. Все, всем выключил звук и давайте будем начинать. Приветствую третий раз на нашей конференции. Это уже заключительная конференция, которая была организована компанией, инициирована компанией Евровет. Ей отдельная благодарность за это. Мы надеемся, что выставки будут. Все-таки хочется ездить в Париж, хочется встречаться с коллегами со всего мира и получать новый импульс в работе. Поэтому, Мария Петерсон, мы ждем от вас предложений. Если не на осень, то на зиму точно. Какая-то появилась уже усталость от всех конференций, от того потока информации, который на нас сваливается. Я уже стараюсь поменьше смотреть и телевизор, и интернет. Вот. Может быть, и у вас такие же схожие чувства. Ну, не знаю, очень мало полезного, много шума, к сожалению, информационного. Дальше мы будем работать по группам. Я буду собирать уже партнеров журнала. Будем обсуждать практические шаги. Ну и так, значит, мы находимся на первом этапе не кризиса, а предкризисной поры нашей. Локдаун, остановка для всех – это не кризис. В кризис мы вступим после того, как нас откроют. Это, я предполагаю, что это будет 1 июня. Видите, рост количества снова зараженных у нас, поэтому вряд ли мы откроемся в середине мая. Будем рассчитывать на этот период. Итак, выход из кризиса. Первый этап – кризис будет, второй этап – затяжной кризис. Потом будем выходить из кризиса. Хотя некоторые компании, по моим таким вот расчетам, начнут выходить из кризиса сразу, вступив в него, но наряду с тем, что рынок будет падать, некоторые компании начнут быстрый рост. Я обратился к своим партнерам, это приблизительно 60 таких фирм, чтобы они написали, а что же они собираются делать вот после как раз того, как нас откроют. Получил всего лишь 10 откликов, но я просил, там не надо никаких там тайн выдавать и так далее. К сожалению, не так много прислало, но там четко видно, что действительно фирмы готовы к тому, чтобы на рынок выйти во всеоружии, и я буду рекомендовать с этими компаниями начинать, безусловно, работу. Ну и так, сейчас мы поговорим о России. По Украине ситуация совершенно другая, поэтому будем там отдельно с ними говорить. Значит, я предлагаю рассмотреть два варианта работы. Один катастрофический, второй оптимистический. Реальность, как всегда, бывает где-то между ними. Поэтому вы сможете уже сами выбрать там. Или глядя на те предпосылки, которые будут видны у нас в экономике, будете вы смотреть, по какому сценарию мы развиваемся. Итак, значит, эти модели построены на знании рынка, на статистической информации. Я вам дальше там продемонстрирую несколько таблиц. Вот, на том, что собрано было, скажем так, в поле, когда мы ездили и исследовали рынок. Ну и, естественно, на здравом смысле и на логике, на построении. Итак, первый путь, если мы пойдем по катастрофическому пути развития. Сразу начнем с плохого, а потом перейдем на хорошее. В принципе, мое выступление будет очень даже позитивное. Значит, как может реализоваться этот сценарий? Мы знаем, что следим за нефтью. Нефть колеблется то 15, то 30, то 35. Короче, она вот туда-сюда ходит, пока неизвестно, где она остановится. Но для нас важна не только стоимость нефти, но и рынки сбыта. Так вот, если совпадут два фактора, с одной стороны нефть по 20, и с другой стороны мы потеряем рынки сбыта, потому что если стоимость мы всегда видим по телевизору, нам постоянно или в интернете, сколько она стоит, то вторую информацию, рынки сбыта, а где мы продаем эту нефть, и нужна ли она, и не перебьют ли ее Саудовская Аравия или кто-то другой, мы этого не знаем. Так вот, если они сталкиваются, и по 20 нет рынков сбыта, то в этом случае мы попадаем вот в этот сценарий, когда рубль уходит за 150 неизбежно, со всеми вытекающими последствиями. Но это еще не все. Дефицит валюты становится, дефицит импорта. А импорт мы можем вести только тогда, когда в стране есть валюта, когда у нас есть. Мы пошли в банк, поменяли, конвертировали и все, отправили деньги, нам пришел товар. Если нет прихода валюты от продажи энергоносителей, чего угодно. Если нет экспорта, нет импорта. Если у нас, вернее,
экспорт не такой большой, чтобы валюта приходила в страну. Все, вот в этом случае мы приплываем к тому, что валюта будет по, скажем, распределяться, ее так спокойно нельзя будет покупать. То есть возвращаемся к неконвертируемому рублю и к получению такой валюты в качестве, ну, какого-то там, не знаю, подвига, который вы совершите, если получите доступ к ней. Поэтому никакие выездные визы нужны не будут. У вас не будет просто денег, чтобы пойти и обменять, скажем, валюту в обменнике. Вот это все, что может быть. У нас всякие сценарии случались, и думать, что вот это вот невозможно, потому что не может быть, наивно, потому что у нас все может быть. Вот. Поэтому возвращение понятия дефицит мы получаем. И создание новых товаропроводящих цепочек, не наших цепочек, а совершенно других. Когда в стране появляется дефицит, когда очень много денег, которые наши олигархи и те, кто зарабатывают в крупных структурах, не могут вкладывать на Западе, они, естественно, деньги придут сюда, и все бизнесы, раньше которые считались мелкими и недостойными внимания крупных игроков, становятся достойными внимания, народ становится второй нефтью, и поэтому вполне возможно, что кто был в Советском Союзе, те помнят эти базы, через которые распределяло все. А этими базами кто владеет? Ими будут владеть те люди, которые сейчас владеют платонами и прочими прекрасными вещами. Поэтому вполне возможно, что они создадут тогда, возьмут этот рынок под свой контроль, и не только бельевой, и одежный, и обувной, и все будет распределяться, потому что в стране нет валюты, нет денег. Но это не такая страшная ситуация, что вот все там пропало. Ничего подобного. В такой ситуации страны могут существовать сотнями лет. И если бы Советский Союз не ввязался в гонку вооружений, то спокойно бы он еще работал и не развалился бы. Поэтому пример Северной Кореи тоже показывает, что никаких там потрясений нет, они живут, получают какие-то деньги, даже иногда радуются жизни. Вот. Но мы, в принципе, не знаем, что там происходит. Но это, в принципе, закрытие страны происходит. Это вот такой сценарий, мы можем увидеть, если к осени мы увидим 150 курс, значит, мы идем по этому сценарию. Вот и все. То есть вы будете тогда знать, к чему мы придем. То есть работать мы не будем по нашей специальности, будем работать по другим. Кто строитель, кто врач и так далее. Все перейдем по своей специальности. И вот на это денег хватит. Потому что сейчас страна ведь не стоит вся. 60% экономики работает. Бюджетники получают деньги. Это нам кажется, что все рухнуло. А у них ничего не рухнуло. Они сейчас получают деньги, по магазинам не ходят, копят. Вот деньги копятся. Поэтому это только бизнес стонет. А в принципе остальные все работают. Ну вот видите, нагнал вам страха на это. Вот что может быть? То есть мы можем возвратиться не к социалистической плановой экономике, а к капиталистической плановой экономике, когда все командные высоты занимают люди, приближенные к чиновникам, к власти. То есть к этому можем прийти. Ну а теперь о хорошем. Таком оптимистическом пути развития и более реальном, безусловно. Значит, более реальный. Нефть закрепляется на уровне 30. Рынки сбыта мы особо не теряем. Как есть, так они остаются. Вот. Ну что, немного просядет рубль там, до 90 за доллар. Всего лишь на 50% к 2019 году. И для бизнеса, в принципе, ничего страшного нет. Потому что вы помните же ситуацию, когда в три раза вырос. И что? Сглотнули и поехали дальше. Поэтому в этом абсолютно нет ничего катастрофического. Тем более, что дальше цифры показывают, насколько людям вменяемым становится работать легче. Итак, рынок белья в 2019 году я оценивал 3,2-3,3 миллиарда евро в розничных ценах, в целом по рынку, по всем категориям. И структура была следующая, форматов торговли. 21 тысяча торговых точек. Раньше я думал, что меньше, но все-таки, когда начал углубляться в цифры, нет. Опять поднял свои поездки по городам. Вот, все-таки их больше, чем я думал. Думал, что порядка 16, нет, 21 тысяча. 3 тысячи сетевых точек в 2019 году было, в начале. То есть год назад. И 18 тысяч неорганизованных. По каналам продаж сети занимали 1,5 миллиарда евро.
независимая розница 1,9 миллиарда евро, интернет-площадки всего лишь 150 миллионов евро. И количество поставщиков, тоже таблица есть, у нас около 400. Но интересная пропорция. У нас 200 приблизительно оптовых компаний и 200 производственных компаний, ну, которые к нам пришли со всего мира. Нас что-то выбило, но... Так, не вижу, все неожиданно. Так, меня слышно, да? Все, поехали. Значит, количество поставщиков и количество одинаковое практически оптовых компаний. Это такая парадоксальная ситуация, которая будет разрешаться в случае, если цены растут, то, естественно, производители будут пытаться работать напрямую, и количество оптовых компаний будет схлопываться. Итак, теперь март 2021 года. То есть планируем то, что будет там через год. Рынок, на мой взгляд, 2,1 миллиарда, падение 35%. В принципе, до физиологической потребности в белье. Чтобы голуби не ходили. 11 500 торговых точек. Из них сетевых 2200. Падение большое в сетевых. Они тоже находятся в таких же условиях, как и независимая розница. Им тоже тяжело. Торговые центры закрыты. И не все сетевые магазины из этих 3000, которые были, были такие уже очень успешные. Поэтому для них серьезная ситуация, количество их будет сокращаться, безусловно. Вот. И 9300 независимых. По каналам продаж сети значительное падение, как мне кажется, с 1,15 миллиардов почти в два раза до 600 миллионов евро. Независимая розница немного. Был 1,9, станет 1,5. То есть падение не 21%. Интернет-площадки – единственный канал, который растет значительно. И вырос, они вырастут более чем на 300%, до 550 миллионов евро, практически в три раза. Вот. И количество поставщиков падает в два раза. Торговых марок тоже в два раза. То есть это такие вот прогнозы. Казалось бы, что здесь такого оптимистичного? Сейчас я вам расскажу. Что такого оптимистичного? Может быть, подключу. Хочу таблицу вам включить. Так. Открою таблицу. Открывается. Что у нас может быть оптимистичного? Так, видно, да? Вот объем рынка, смотрим, в розничных ценах. 3,2 2019 и 2,1 2021. Количество поставщиков, но если взять в среднем, сколько приходилось евро на одного поставщика. Там есть крупные, у которых и по 20 миллионов изделий они производили, есть и мелкие, но в целом, в среднем, если брать, такая цифра, 8,75 миллионов евро. При уменьшении количества поставщиков, на каждого приходится уже по 15 миллионов евро. Ну, может быть, там 10-15, но все равно рост. Рост значительный. В ценах фабрик мы видим, это практически в 3 раза 1,5 миллиарда или 1 миллиард евро. Тоже на каждую компанию приходится больше. Не видно? Видно, сейчас видно. О, сейчас видно. Ну, отлично. Значит, смотрите, здесь получается и в штуках количество на компанию растет. Вот. Так, у меня здесь я ошибку уже нашел, но неважно. В принципе, зеленые показывают зеленые наши графы о том, что на каждую компанию при падении общего количества вырастает приятная нагрузка по продажам. Поэтому вот в этом и есть наш выход в сокращении количества игроков. Я когда сделал список, у меня таблица 4, список наших поставщиков, вот, оказалось, что, ну, основных-то я знаю, основных там около 150, которые на слуху, вот, но 70-80 компаний, которых я никогда не слышал, но они есть, я смотрю, их интернет-страницы есть,
Вот. Но даже из тех 150, которых мы знаем, не все выдержат эту ситуацию, которая у нас складывается. Поэтому рынок таким вот образом у нас очищается для людей, которые... Сейчас я вам другую таблицу включу. Рынок для людей, которые будут работать системно. Остается вопрос. Так, видна таблица? Кивните. Видна. Значит, снова объем рынка мы видим, и уже по количеству торговых точек. Сокращение идет количество торговых точек. Независимая розница почти на 40, на 2 раза сократится. Вот. Но по, скажем, по объему она сократится, продаж не так много. Вот, всего лишь на 21%. Поэтому каждая из оставшихся торговых точек сможет зарабатывать больше. Само по себе это не произойдет. Для того, чтобы остаться в той группе компаний, которые будут расти, вот тут очень много надо, придется постараться. Ну вот о том, о чем мы будем говорить на закрытых конференциях, какие же есть механизмы для того, чтобы нам остаться в этой группе компаний. Вот. Ну, в общем, останавливаемся мы на 4000 магазинов в среднем сегменте, потому что те 7000, которые будут в эконом, вы не работаете в этом сегменте. Это, скажем так, ну, магазины с низкой ценой, и они нам не очень интересны, потому что они живут своей жизнью, там тоже будет идти сокращение, но это не наш ценовой сегмент, мы там не работаем. Там будут, конечно, доминировать компании, у которых будет розничная цена там, до 1500 за комплект в рознице максимум. У вас таких цен нет, поэтому мы смотрим на средний. Там 4000 магазинов, а буквально 2-3 года их станет еще меньше, около 2000 магазинов. И вот наша задача знать каждого владельца такого вот магазина в лицо, со всеми быть знакомым. Тогда у нас есть шанс, что мы будем с ними работать. Так, следующая таблица. Вот покажу по каналам продаж. Так, надеюсь, видно. Здесь по сетям, по сегментам уже премиум, средний, эконом разбито. Видите, везде практически идет падение, но по-разному. И наша задача, конечно, занять ту долю рынка, которую освободят закрывающиеся компании. Это у нас единственный источник получения доходов. Рынок не будет расти, доходы людей не растут. Мы можем только, подобрав тех людей, которые остались, не у дел. Но я хочу сказать, что некоторые магазины уже начали работу. Они обратились в администрацию, и такие примеры есть, когда администрация, зная, что соблюдаются все нормы, о которых подробно я вчера на Фейсбуке написал такой пример, не называя, кто это. В общем-то, раздают разрешение, магазины, не торговые центры открываются, и, конечно, они получат дополнительное преимущество по сравнению с теми, кто работает в торговых центрах. Это еще один кирпичик в стену которую надо сооружать, то есть переходить от торговых центров все-таки на работу в стрит-ритейле, умея, зная, как привлекать целевую аудиторию. Поэтому, вот смотрите, сегодня мое сообщение очень краткое, то есть показал два сценария. Один катастрофический и маловероятный, второй вероятный, и который дает возможность вам, активным участникам рынка, вырасти сейчас, тем более, что у людей деньги действительно есть. Они, бюджетники, сидят, или там работники, чиновники и так далее. В принципе, они же не ходят по торговым центрам, все закрыто, а деньги копятся. Поэтому деньги будут, и надо уметь сейчас привлечь их в свои магазины, поэтому активнее работайте в социальных сетях, рассказывайте, когда вы будете открываться, если это розница. А знаю, что многие производители со своей клиентской базой активно общаются, и это нужно делать для того, чтобы сигнализировать им, что у вас все нормально, есть продукт, которым вы сможете их обеспечить. Так, я вам сейчас включаю голоса ваши.
Вот, и так, у нас осталось 5 минут. Так, сейчас я включаю, и кто-то, может быть, что-то спросит или скажет свое мнение. Так, у кого есть? Вот я слышу, у нас звук уже у кого-то зашелестели. Так, открыто или нет? Теперь каждый может включить. Так, меня слышат, да? Включить звук. Да, каждый может себе включить звук и, значит, высказаться. У меня можно вопрос? У меня, да? Да, Галь. Галя, мадам, да. У меня такой вопрос. Вот что-то я немножечко пропустила в начале. Может, там и говорилось, но такой вопрос. Вот сейчас на рынок хлынет куча товара, который остается в магазинах, который не выдержит, который закроется, и этот товар качественный, этот товар брендовый даже может быть, и он хлынет на распродажу, да. Распродажу, да. То есть насколько он помешает вот рынку? Смотря кому помешает. Много. Людям, которые будут ходить в магазин, он как раз не помешает, для них это будет очень хорошая, скажем так, ситуация. Вот. Но, безусловно, для закупки нового товара денег станет меньше. Продажи будут плохие. У тех, кто не будет скидывать цены. Это, такая опасность есть. И вот этот период, который продлится около года, он будет охарактеризован как раз повышенным процентом распродаж всяческих. При ликвидации товара для того, чтобы просто выдержать хоть какие-то деньги, чтобы были, будут распродавать товар. Поэтому, Галь, ну какой тут здесь, какой здесь может быть ответ? Да, это будет и будет в больших... Год мы будем вот в таком вот... Наверное, побольше, чем год. Просто сейчас больше, это сильнее скажется, а потом все это меньше будет сказываться. Но опять же, есть разные люди, и с разным кошельком. Некоторым надо будет что-то новенькое, чего они... тип потребления разный, поэтому могут быть и обычные продажи. Скажем, классика, как классика есть классика, хотя и классику скидывать будут те, которые закрываться. Здесь никаких не может быть иллюзий. Товара будет много, который лежит в магазинах или на оптовых складах, там запасы такие нереализованные, его будет много. Давайте еще, кто хочет сказать? Может, у кого-то есть другое мнение? Михаил, слышно? Да, это Олег. Всем добрый день, рад вас видеть. Михаил, вот по теме вот именно сегодняшнего, да, вот конференции, вот по данным, которые вы привели, вот, ну, для нас, наверное, как и для многих компаний, сейчас вот три основных момента. Это как раз прогнозы, да, которые мы сейчас устроим, да, нам от чего-то отталкиваться надо. Вот, и собираем, естественно, данные именно по своему региону, в своей сфере. Вот. Но второе, это понятно, это как в эти обороты сниженные входить, да, с издержками, там, со всеми делами. Ну и третье, естественно, это перестройка бизнес-модели, да, и отношение всех с контрагентами. Тут все понятно. Вот. У меня просто вопрос по сегодняшним данным, которые вы собрали. Скажите, пожалуйста, вот отличие, вот, мы, естественно, розница, да, вот, в приведенной таблице показатели сетевая розница от независимой розницы. И вторая, где вот можно познакомиться более подробно с логикой этих расчетов, которые вы привели. Спасибо. Нет, во-первых, с логикой расчетов. Сколько сетей? Каждый город, который я объезжал, объехал около 50-48 городов, я все, скажем так, фиксировал. Сколько их по данным, допустим, ТУДИС, и второе, сколько их реально. Значит, очень сильно коррелируется, очень правильная, скажем, данные, вот, поэтому это все собрано. Вот эти вот 3000 там торговых точек около сетевых, значит, около 3000 сетевых точек, они все, в общем-то, подтверждались тем, что я нарыл в этом поле. Поэтому данные такие. Данные по независимой рознице то же самое, обходил вплоть до рынка. Все фиксировал у себя, поэтому тоже данные, скажем, такие правильные, но я не думал, что на рынках так много точек, да, которые тоже работают, они небольшие, там по 4, по 6 метров, но на рынке, там, допустим, в Краснодаре около 50 торговых точек с бельем.
Рынок, в принципе, небольшой, вот такое количество. Поэтому пришлось так пересмотреть. Олег, цифры основаны на... Цифры основаны на том, что собрано при поездках, плюс, естественно, логика, обработка. Зная объемы продаж в каждом сегменте, сколько эконом продает, сколько магазин продают в месяц, а потом берет. Вот на основании этого цифры выводятся. У каждого свое мнение, свои расчеты. Если у вас есть, Олег, какие-то, может быть, они другие, давайте. Будет интересно. Олег. Да, слышно? Да, слышно, слышно. Нет, ну я не, естественно, не, просто хотел собрать информацию, да, именно в прогнозной части, ну как можно, у вас есть, естественно, статистические данные, да, они понятны и, понятно, меры регулированы. А вопрос именно, у меня возник в падении именно сетевой розницы, с чем это больше было связано, с тем, что они находятся в торговых центрах и проблемы с торговыми центрами. Они все в торговых центрах, они, ну, 99, наверное, процентов все в торговых центрах, не все могут договориться, ведь, понимаете, даже Intimissimi, там, группа компании Calzedonia, ведь это франшиза. Значит, все равно владельцы находятся где-то в Италии, там, да? А здесь франшиза, да? Приходится владельцам франшизы идти договариваться. А это все-таки вес не совсем там такой вес, как если бы договаривалась головная компания. Вот. Но это такой, это крайние, скажем, такие примеры. А есть очень много сетевых магазинов, которые не обладают таким весом. Им, естественно, при падении такого трафика, при падении трафика у них значительные будут потери. Кроме того, ну, не секрет, так как вы занимаетесь бельем, соотношение цена-качество в этих магазинах. Посмотрите, там наценка может быть, я не знаю, 500-600%. Вот. Совершенно обычный продукт, который стоит дорого. Люди, как потребление у людей будет меняться, стиль потребления, все-таки они будут больше экономить, больше смотреть, обращать внимание на то, что же они покупают. Тем более, распродажа, которая вокруг их будет, информации много об этом будет. У них будет момент для сравнения, что купить за 6 тысяч, что-то такое под известным брендом сетевым, или за 6 тысяч купить хороший французский там, или итальянский комплект белья. У них будет такой выбор. Поэтому очевидно, на мой взгляд, что цветы будут терять. Будут терять очень-очень сильно. Конечно, это период, который может быть продлится там 3-4 года, и они опять начнут расти. Но они росли тогда, когда росло число торговых центров. Торговые центры строятся, все сразу туда заходят. Сейчас и торговые центры строятся, не будут в таких темпах. Вот некуда будет идти им расширяться. Ну, естественно, и падение будет продаж. Поэтому у них, наверное, самое, они более уязвимы, потому что все равно магазин независимый, он может ассортимент свой очень быстро менять, адаптироваться. А вы представляете, какая это махина, когда они там сообразят, как и что, с проблемами в Китае, которые, все производство это в Китае, там 90% всех наших сетей, ну не наших, ну, которые у нас в России, международные сети, они все там производят. Поэтому, ну, наверняка будут спасать в первую очередь тех, кто в Европе находится, где больше покупательная способность. А здесь по остаточному принципу. Поэтому я не думаю, что сети сейчас являются таким сильным звеном, который вам составит большую конкуренцию. Давайте дальше. Олег, надеюсь, хоть частично ответил на твой вопрос. Спасибо, Михаил. Ну, я могу только в этом плане сказать, что как мультибренд, да, и гибкая компания, действительно, мы видим свои плюсы здесь. Вот. Но что касается торговых центров, вот буквально 3 секунды, ну, беспрецедентные сейчас я, ну, это называется, голову включают почти все торговые центры, да, все, еще месяц назад они там предлагали 10%, 50%, то сейчас уже больше и больше идут на отмену и платежей, и на выход, понимают, никто не хочет терять арендаторов. Но тут для нас как такие вот хорошие новости. Но это уже называется там, как встроятся все обороты, которые мы уже еще на прошлый раз говорили, да, что существенно снизится и на этот год, и на следующий год. Вот, и уже вот эта работа по снижению издержек идет. Вот, и
как я уже сказал, три этапа, да, вот, которых мы видим сейчас в работе основных. Это вот первый прогноз, да, который мы строим именно для Москвы, как для себя, да, для региона, учитывая нашу целевую аудиторию. Мы этот прогноз составили. Я сейчас, естественно, не буду распространяться. У каждого он свой. Так же, как вы сделали свой прогноз, у нас есть тоже свой, на котором мы отталкиваемся. Второе – это, естественно, снижение издержек, да, под новые реалии, под новый оборот. Вот. И третье, чем будем заниматься, мы совершенствуем свою бизнес-модель. Потому что, как бы мы не хотели, успешным были мы или успешными, но сейчас фактически все начинается с нуля. Потому что совершенно новый бюджет. Спасибо. Давайте, кто хочет еще высказаться, пока есть время. Ну, вижу, что особо никто руку не тянет. Вот. Поэтому хочу вам пожелать оптимизма, зарядиться теми цифрами, которые я дал. Можете значительно прибавить в своей работе. Все будет только от вас зависеть. И, пожалуйста, думайте, изобретайте новые форматы работы или новые способы, схемы работы, потому что старое довольно сложно будет реализовать. Хотя, ну, как бы тенденция такая, что хочется всегда работать, как работал. Значит, тем, кто является партнером журнала, будет предложение на следующей неделе пообщаться. У меня там конкретный список предложений и шагов, которые мы должны сделать для того, чтобы значительно вырасти. Украина отдельно, Россия отдельно. Поэтому спасибо всем за внимание. Сегодня грустные какие-то. Я же оптимистично закончил. Все, рынок пустой становится. Ребята, от вас теперь только зависит. Да, часть будет падать, но это не вы. Занимайтесь. Анатолий, ты, наверное, что-то хочешь сказать? Вот я так вижу, напрягся. Я думаю, ты просто нас 1 мая не поздравил, поэтому... С праздником трудового народа. Вот. Пролетали... Я думаю, как раз мы эти дружинники, которые могут честно сказать, что эти годы были потрачены не зря. И упорный труд, и 24 часа в сутки мы работали, поэтому я думаю, это и наш праздник. Мы имеем право на это. Мы имеем право? Да, конечно. Не работали, давайте оптимистичные ноты закончим. Да, или ты хотел что-то сказать, кроме оптимистичных? Ну, я могу только сказать, что в принципе, как бы я согласен, что действительно сейчас будут очень крупные структурные изменения, они уже начались, да. Одна из основных таких причин – это изменение структуры потребления. Люди начнут по-другому потреблять, распределять свой бюджет. Ну, я повторяюсь, мы это как бы все слышали, я просто в своей версии как бы могу это изложить. Изменение структуры потребления потянет, изменение структуры нашего рынка, значит, ну и, соответственно, структуру предложения изменит, естественно, в пределах этого рынка. Это как бы уже очевидно. Вот. Поэтому эти структурные изменения, они, конечно, будут инициированы от покупателя. Что еще? Конечно, вот Галина Маденова правильно сказала, я думаю, что нас ждет колоссальный, просто цунами распродаж, низкоценовое давление будет над всеми над нами присутствовать из-за избыточности товара, из-за избыточности предложения, потому что действительно в начале сезона многие сети забрали товар, положили